В Карпатах из-за резкого похолодания в высокогорье выпал дождь со снегом. В некоторых местах высота снежного покрова достигла нескольких сантиметров. Из-за ухудшения погоды возле горы Близницы Раховского района застряла туристическая группа. 27 детей, 8 взрослых самостоятельно спуститься вниз они не смогли и на помощь вызвали спасателей. Обошлось без пострадавших. На допомогу було направлено дві групи Рахівської пошуково-рятувальної групи у складі 8 рятувальників та 3 одиниць техніки. Дітей та дорослих було знайдено, медичної допомоги вони не потребували, оскільки обморожень та переохолодень не зазнали.